Салют. Дополнение. Вчера я записал основную часть этого ролика. Сегодня уже 11 число, второе месяц 2020 года. Значит, сразу какие получились проблемы. Смотрите. Во-первых, курс, как я говорил, я скачал, внимательно прослушал. Начал все делать по установкам Игорька. Возникло два сразу замечания. Во-первых, пока меня ничего не впечатлило, все это я мог, практически все я это знал из других открытых источников. В частности, у того же Стаса Быкова довольно все подробно написано, как оптимизировать Google AdWords. Ну ладно, я ничего не говорю, там есть пару-тройку фишек, и Игорь как бы их защитил авторским правом, поэтому кому интересно, можете купить, сами все проверить. Что у меня получилось, какие у меня косяки? Я во время регистрации аккаунта в Google AdWords или даже в Google, я, честно сказать, сам даже не понял почему, но я по дурости зарегистрировался как бизнес-клиент. И, соответственно, чтобы перевести бабки на рекламу Google AdWords, мне приходится заполнять номер ВАТа, регистрации фирмы. Ну, короче, бредятина, ни фирмы, ни ВАТа у меня, естественно, нету. Ну, точнее, с этим бизнесом я не собираюсь его регистрировать. Поэтому, значит, там надо поменять аккаунт на личку. А на личку поменять аккаунт просто в настройках нельзя. Поэтому, ребята, сразу вам говорю такое предупреждение, пожелание и внимание, учитесь на моих ошибках. То есть, если вы заводите новый аккаунт в Google, обязательно в личном профиле указывайте не бизнес, а именно личное. Тогда без проблем у вас деньги с карточки перекинутся на счет AdWords. У меня вот такой косяк вышел. Единственное, как написали в Гугле, можно поменять, это написать администратору письмо, и в течение суток он рассмотрит, то есть это уже модератор в личном режиме будет рассматривать мою просьбу, и тогда, может быть, он поменяет мне этот профиль. Но я как бы уже целых два с лишним месяца трахался с этими видео, со всеми этими делами. И сейчас мне из-за этой дури заводить по новой еще один канал и опять же снимать видео, все просмотры полетят нахер. Ну, ребята, вот конкретный пример. Об этом вам никто не расскажет. Поверьте мне, это вот мой личный огрех. И я думаю, каждый, если не пятый, то каждый десятый обязательно врюхается в эту вот фигню. Просто объясняю, когда я смотрел в видео, когда как регистрироваться, там было на английском языке, шел перевод на русский язык по субтитрам, блин, и автоматом заводил все вот это вот всю эту фигню, регистрацию, блин. Ну и там, видимо, было для бизнесменов, для больших менеджеров компании, бизнеса, и я автоматом бизнес сделал, вот соответственно, что мы имеем. Ну, пока все, что, удачи, дерзайте, ребята, как это, жизнь продолжается, подождем ответа, то есть пока у меня рекламка не включилась, на сейчас, вот, конкретно, пару часов назад я смотрел, у меня 90 подписчиков, то есть если вчера у меня было там 82-83, то есть 8 человек в день, учитывая, что я, по-моему, двух или трех людей просил лично. То есть это вообще ни о чем, это геморрой. Самое интересное, к слову сказать, то видео, которое я выложил вторым, оно всем ребятам, которых я показывал, ни один не сказал, что говно. Единственная проблема были со звуком. Из-за того, что у меня полетела звуковая карта на компьютере, я писал через микрофон, у меня есть такой от... 100 лет назад я покупал обычный микрофон-прищепку, вот, и пришлось писать на него, потому что, я говорю, у меня куча микрофонов было от караоке, там, от всякой вот херни, ничего не подходило, только вот эта прищепка вошла в это гнездо, и мне пришлось поднимать звук почти на 15-18 дБ, плюс куча всяких шумоподавлений. Естественно, я как первый раз читал с текста
делал эти все нарезки, переоформлял видео, по-моему, 3 или 4 раза перезаписывал количество умерших, потому что пока я монтировал, все это вот так вот накручивалось. На данный момент в Китае уже около 1000 умерших. Вот. И я, короче, плюнул, написал, что несколько сотен, пардон, не написал, ну, написал, а потом прочел. Вот. То есть вот здесь, чисто с режиссерской точки зрения, как говорится, небольшой косячок вышел. По поводу видеоряда, подборки и самого смыслового, ну, все только хвалят. Самое главное, это видео в самом тренде по, значит, оптимизации VidIQ, оно идет с коэффициентом 74-71, с низкой конкуренцией. То есть, как говорили все эти гуру от YouTube, ну, ему обеспечена чуть ли не там счастливая жизнь, блин. Ни хрена, все это звездешь. Сразу говорю, блин. Вы, ребята, никто. Вы для YouTube, как и я, просто, знаете, такой этот карлик, которые, знаете, даже этот фильм про Гулливера, наверное, смотрели в детстве, мультик русский, где там эти маленькие эти лилипутики там кричат там, я такой весь крутой, я супер-ютубер, там, ребята, ребята, блин, заметьте меня. А YouTube, соответственно, на него так смотрит таким взглядом Гулливера, говорит, ты кто такой? Давай до свидания. Поэтому, ребята, еще раз повторяю, чтобы пробиться локтями, там, зубами в это золотое, как говорится, племя супер-пупер ютуберов, надо конкретно потрахаться. И на данный момент у меня там около 1100 просмотров, но это вообще херня, потому что по часам там что-то около 35, что ли, или 40 часов, а надо набрать... Повторяю, 4000. То есть мне надо трахаться в 100 раз больше, чем я сейчас. А я реально сижу за компом, ну, по 2, по 3, а то и по 4 часа в день. Это просто как бы выходной день, считайте. А реально, если я что-то делаю, монтирую YouTube, так это 10, 12, 13 часов, а то и 16 часов у меня был рекорд. Это, ну, чуть ли не как Илон Маск. Ну, извини меня, Илон Маск там миллиардами заправляет, а я вот вляпался в это говно, блин. Не знаю, что из этого выйдет. Никаких иллюзий я по этому поводу не строю. Но у меня такая натура, если я что-то берусь, то я пытаюсь это добиться, блин. Вот башкой буду биться, биться, биться. Получится? Зашибись. Не получится? Ну как? Как говорил Нильс Бор, кстати, отрицательный результат – это тоже результат. Поэтому, если не получится, ну, значит, это не мое, блин. Пошло это все нахрен, буду заниматься дальше архитектурой, делать пассивные дома там и прочее. Кстати, собираюсь снять несколько видео по пассивке, потому что, ну, пассивы не активы, пассивы, да, вы в теме. А пассивные дома – это дома с нулевым zero emission. Вот. Ну, строители меня поймут. В России, ребята, ну такой бред. Я иногда смотрю вот видео по, как говорится, моей специальности. Это, блин, это, не помню, кто там из классиков сказал, но что умом Россию не понять. России только надо верить. Я сам русский, сам с Волги, но это просто... И люди получают инвестиции, там, сотни миллионов долларов и строят, ну, такое говно, блин. Я... микрофон улетел. Прищепку оставил дома, извиняюсь. Это у меня вот ухо, это как прищепка. Как я говорю, такое говно строят. И за такие бабки это просто кошмар. Я говорю, у нас бы убили бы за эти деньги, блин. За ту ерунду... что они там наклепали. Так, ладно, все, это уже не по теме. Извините, что отвлекся. Ну, пишите в комментарии. Кстати, еще такой момент. Если кому-то интересен Вильнюс, мы сейчас стоим на набережной. Я решил так попутно еще небольшую обзорку. Значит, если посмотрите вот туда, это самый главный вид на наш город. Здесь вот ЦУП, так, мини такой наш сити. Вот, если туда дальше посмотреть, то за вот тем вот деревом, сейчас чуть-чуть покажу, о,
вот это дерево, там самая главная башня Гедиминоса, так называемая, это князь, который, собственно говоря, основал этот наш город, с него все начиналось. Но это отдельная история, если кому-то интересно, мне не влом, я могу без проблем делать экскурсию по Вильнюсу, наснимать видюху. И поверьте, я сюда приехал первый раз в 81-м, по-моему, году. Это да, столько не живут, ребята. Я, в принципе, уже такой закоренелый вильнюсец. Вот. Я настолько влюбился в этот город, что спустя 8 лет, в 89-м, вот так сложились обстоятельства жизненные, что я сюда приехал. И остался, как говорится, жить и не жалею о выборе, честно скажу. Россию я люблю, приезжаю почти каждый год и на родину, и там в Москву, естественно. Но для жизни, ну, поверьте, я попутешествовал по миру. Но это один из самых лучших городов, честно. Здесь добраться везде от центра, вот от того места, где я живу. Живу я, кстати, в заповеднике. Бляха-муха, ну 15 минут. Где вы с Рублевки, например, да, до Кремля заедете за 15 минут? Ну, только если на вертолете, блин, или там на каком-нибудь летающем авто. Но так как, блин, ГБшники перекрыли все небо над Москвой, то есть это без шансов. На метро это, доехать на метро это минимум опять минут 20-25, плюс спуститься в метро, подняться. Ну, короче, геморрой. Ну вот, собственно говоря, я уже дома, гуляю по лесу, засек время, я никогда не засекал, 12 минут, вот от того центра, где мы были, и сейчас я рядом со своим домом. Вышел с собакой погулять, у меня традиция с ней гулять, вот моя любимая, зовут ее Умка. Умка, иди поздоровайся. А, опять ухо вылетело. Иди сюда. Ты моя собачка хорошая, да? Видишь? Видишь, моя хорошая? Вот. Снимаю селфи палкой. Дебильнейшее изобретение, конечно. Я никогда фотографий не делал. А, над башкой, кстати, летают самолеты. А, у меня тут рядом аэродром. Аэропорт. Несколько километров. Вот. И поэтому недалеко глиссада. Ну, чуть-чуть может... звук фонит. Вот. И что я хочу сказать? То, что жизнь прекрасна. По поводу съемки с рук. Я заезжал в пару магазинов, когда был в центре. Ну и хотел купить какой-нибудь дешевый стабилизатор для айфона. Ну, знаете, да? Ну, я не знаю, сколько я видел видео, там, ну, 20-30 долларов в интернете, там, Алибаба. У нас, знаете, сколько? 150-200 евро. Я говорю, вы что, крэзи, блин? У меня сейчас телефон стоит, блин, в три раза дешевле. Кстати, я говорил, снимаю на 6 плюс iPhone. Телефон уже, можно сказать, раритетный, доисторический. С ним такая история приключилась. Жена утопила на Мальдивах, новый телефон только купили. Ну и мы плыли на очередные там коралловый остров. И она случайно из сумочки так хлабысь, блин, в лодку. Там вода была, все, естественно, залилось. Вот, мы взяли, я потом, ну как, почистил сколько мог. Потом приехали домой, купил килограмм риса, засунул туда вовнутрь его. Сколько мог, там эта влага вытянулась. Но через год, наверное, полтора, все равно корродация это пошла. В этот фирменный iPhone в салон понесли, ну, понесли. Он говорит, это не чинится, это все, это, значит, механическое типа повреждение, это не гарантия. Ну, что, отвезли китаёзом в Пекин. Там ребята, я не помню, что-то там за смешные деньги, там за 150 или за 200 юаней. Это что-то вообще ни о чем, что-то 20 или 30 примерно евро. Починили, и все, и вот до сих пор работает. Поэтому не верьте мы этим козлам, блин, которые работают в этих салонах. Ребята, они вам не помощники. Ищите таких кулибинов, которые могут сделать, ну, как говорится, из говна конфетку. На самом деле, все решает человеческий фактор.
Марка, фирма, ничего абсолютно это не решает, блин. И я по своему опыту знаю. Я сам немножко самоделкин, как говорится, знаете, винтик-шпунтик там из этой темы. Вот, я все сам делаю, переделываю. У меня вот два Лексуса, я и Лексусы эти переделываю, потому что говно, эти узкоглазые, ничего не умеют делать. Поверьте мне, блин. Все придумали европейцы. Все эти сказки, что там эти китаёзы придумали туалетные бумаги, какие-то порохи, стрелы там или прочее. Хрен его знает, может, они раньше делали, но сейчас это дебилы дебилами. Да что там про коронавирус говорить, блин? Ну, на самом деле, не дай бог, конечно, нельзя так говорить. Но я не удивляюсь, что это с ними приключилось, блин. У нас бы этот, никогда бы в жизни он не возник. Потому что моем руки, как говорится, после туалета, знаете, элементарно гигиенические правила какие-то соблюдаем. Вот. А они там же из говна, как говорится, из грязи в князи вылезли, блин. Ну, я не расист, поверьте мне. Я, как говорится, реально смотрю на вещи, где что может произойти. Вот. И, ну, это я опять что-то отвлекся. Ладно, про стабилизацию. Короче, я так чувствую, если... Ну, будет хоть какой-то интерес там минимальный к этим моим этим обзоркам. Вот, я еще там 2-3, как говорится, видео, как обещал, сниму. А там посмотрю, наверное, придется мне самому делать стабилизатор. Или, может быть, кто-то знает, где подешевле, но там в районе 20-30 евросов. Бляха, если на рубли, что-то мне это тяжело. Это сколько, 2000 рублей, что ли, да? На 7 сейчас, если умножить по евро. Я как-то раньше все считал в долларах. Сейчас, ну, когда там бизнес, шмизмус, там, ля-ля-тополя, это 90, это отдельная тема. Будет кому интерес, можно и про это видео снять. Вот. Потом, значит, у нас ввели евро. Ну, естественно, переключились мозги на евро. Вот. А с рублями там этот ваш курс, он то вверх, то вниз. Там это ёкарный бабай. Как вы за ним следите? Ну, это для меня это сложно, честно сказать. Все-таки... стабильная валюта, она, как говорится, стабильная валюта. Вот. Лучше, конечно, вообще это золото, бриллианты, но это не для нас. Кстати, про золото я в 2001-2002 году у меня был один дружок. Он, значит, для своего друга-американца. Он, кстати, был директором бейсбольной команды России, молодежной, прикинь. У него там 10-летняя виза была американская. Вот. Ну и он какого-то там литовца нашел, другана старичка, и попросил меня найти здесь в Вильнюсе какие-нибудь старые медали, там какие-то ордена именно литовской независимости. Ну и я познакомился с нумизматами. С нумизматами это особая каста. И очень интересные люди, конечно. И это, ну, действительно, это для меня был вообще новый мир. Там с журналистами познакомился интересными. Ну и кончилось дело тем, что я как бы вник в эту тему. Вот. Тогда золото стоило $250 за тройскую унцию. Ну, кто чуть-чуть соображает, знает, что такое тройская унция. Вот. Так вот, сейчас золото стоит 1530, по-моему, я сегодня смотрел Евроньюз. То есть золото подорожало, ой, где-то в 6,5 раз примерно за это время. Ну ладно, я не знаю, там рассказывать эту историю или нет. Но, короче говоря, в то время Австралия выпустила 10 медалей, по-моему, килограммовые, в честь... юбилея образования Австралии и разослала по банкам. И мой знакомый, ой, бляха, я не знаю вообще, говорить об этом или нет. Ну, короче говоря, одну из этих медалек, как чё, как ничего говорить не буду, купила эту медальку человеку, о котором, как это сказать, имя которого нельзя упоминать вслух. О! Ну и все. Молодец, чувак, зачетно. Он тогда был никто. Что там, год у власти. Вот. Но вот кого надо учиться, ребят. Серьезно, отвечаю. Человек прозрел, что деньги надо вкладывать в золото,
оно подорожает. А все эти недвижимость, херомера, ну, вот так вот, такой сюжет. Ладно, все, адьос. Сейчас погуляю, пойду монтировать дальше видос.